Жень, как с тобой обращались в камере? В камере? В камере обращались хорошо, нормально. Многие, ну, наверное, большинство людей, если не видели, то уж точно слышали про мою деятельность. Нормально, обращались хорошо, вежливо, корректно, все было прилично. А полицейские? Но полицейские, если говорить про специальный приемник, там они готовились, там они знали уже, там они, что приеду я, чем я занимаюсь примерно. Написал я одно заявление, кстати, у меня есть ответ, ну, я потом покажу его ответ обязательно, сейчас просто у меня с собой нет, где-то там лежит у меня в пакете. Ответ есть от начальника, Паршин, по-моему, Валерий Федорович. Я написал заявление о том, что шумит туалет, не дают спать. Мне, это, кстати, мне просто люди пожаловались там, сидели. Говорят, ну вот у нас тут как же нам быть? Я говорю, а в чем проблема-то? Давайте напишем заявление. Я написал заявление, мне лично вручил вот этот Валерий Федорович ответ о том, что неисправность устранена. Ну, вот как-то так, все нормально. То есть правозащитная деятельность, да, да. Она там продолжалась, да, я писал еще, даже я не писал, я потом попросился на личный прием к руководителю, мне сразу сказали про распорядок дня, причем, когда я пришел, сказали, распишись за распорядок дня, я говорю, ну, так может озвучить его? Мне озвучили, говорили, что можешь к руководству, час прогулка, звонок 15 минут в день, ну, что-то еще. И потом я через какое-то время записался, ну, на какой-то день записался к руководителю, и думал, не писать заявление сначала, сказал про, так как мне пришел ответ по поводу вот этого туалета шумящего, да, я решил не писать заявление, а просто сказать, что лампочка постоянно горит у нас в другой камере, там получается, ну, в разной камере, я в другой был, в одной, в второй, лампочка всегда горит, надо исправить. На что он сказал, не проблема, все, Евгений, конечно, сейчас мы все исправим, и действительно, на следующий день, наверное, пришел, как его назвать, это человек, который чинит лампочки, не знаю, кто он, но он не электрик, нет, там какой-то, который именно там, он баландер, что ли, да, вот, он пришел, начал чинить все, так на меня косо смотрел, ну, вообще не понимали, почему это все, ну, меняется, что-то меняется, то лампочка там загорится здесь, то вот эти вот окошки, которые передают еду, закрываются постоянно, закрыты они. И все люди понимали, все на меня так косились, говорили, что вот-вот он, вот, все. Вот из-за этого, ну, как бы я скажу, что не хуже, жизнь становилась, наоборот, лучше, все по закону, все было хорошо. Жень, что с постановлением будет теперь? Постановление теперь будет обжаловано, наверное, так говорить нельзя, обжаловано. Ну, будем пытаться обжаловать, будем, приложим все усилия для этого. Областной суд оставил без удовлетворения нашу жалобу, постановление оставил в силе. Ну, дальше есть Верховный, дальше есть еще какой-то там, наверное, еще какой-то суд. Ну, в общем, будем обжаловать однозначно.